это шантаж. Я приду одна, я знаю твой этаж. Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж ограниченный тираж. Мы с тобой, бой, поиграем, но не в консоль. Это мой, ты мой сахар и в этом соль. Да, любовь, бой, ведь опасно быть не со мной. Между нами бой, но ты мне не враг. Но с тобой не дружу, я твой личный маньяк. Паром идем. Одно можно сразу же заметить, гуляя просто по вот этому старинному району, называется он Кадыкёй. Можно заметить сразу же, уж не знаю, как во всем Стамбуле, но нам показалось, что везде, во всех направлениях, куда мы не ходили за эти... Сколько сегодня? Сегодня пятница, приехали мы в понедельник вечером. Ну вот за этот промежуток времени мы заметили, что, во-первых, с коляской гулять очень сложно, потому что тротуары такие, знаете, нигде нет съездов. Везде нужно вот запрыгивать на эти тротуары, спрыгивать с них и так далее. Вот, кроме того, тротуары в основном очень узкие. Вот, это, если здесь мы идем таких вот этими закоулочками сейчас утром, народу довольно мало, то в других же местах мы ходили, то есть там везде очень много народу, тротуары не широкие. И вот сложилось ощущение, что перемещаться пешком сложно. Ну, в частности, с ребенком, конечно. Так. Ну, или на руки что? На руки брать и вперед. Но на руках-то много не находишь. 9 килограммами чистого мяса. Вот красиво же, да, ребят? Просто взять и вот из обычного старого дома сделать вот такую вот красоту. Супер. Супер. Еще флагов турецких тоже много висит. И иногда их лидер национальный также. Рядом с флагами. Частенько вешен. Турция. 2022. Так, в общем, наша лодка сейчас приехала. Наш паром повезет нас в самый центр города. Район называется Эминьонью. Вот. То есть мы едем сейчас по маршруту Кадыкёй Эминьонью. Купили вот на этот паром на 11, мне почему-то всегда хочется сказать бат. Но это не баты же, а лиры. Потому что у них там Т тоже, а бат тоже там Т как-то. Что-то такое бат, это там как-то забыл. В общем, мы купили билет за 11 лир на человека. Это получается... Сколько это? 66 рублей. Ну, около. Где-то 65-60, может быть, рублей на человека билет до центра города. Сейчас доплывем, посмотрим, сколько времени это займет. Вроде бы как, там даже есть какие-то столовые. Может быть, удастся какой-то донерчик скушать во время поездки. Чтобы самим вот. Стать все. Донерчиком. Пошла, мы погнали. На ребенка билет не нужно. Лондон спит. Лондон спит. Рядом вход в другой паром. У нас... При входе у нас билеты забрали. Ну и выдвигаемся. Тони, смотри, как красота. Ой, красота. Красота. Кот. Кот. Каракой и Миньоне. Поехали. Так, заезжаем. Сели. Сейчас будем смотреть на как раз правую сторону, сторону городскую. И, в общем, посмотрим на набережную. Вот так вот выглядят здесь посадочные места. Вот там в начале чай, булочки и так далее. Ну, в добрый путь. Ура. Как китайцы всегда узнают, когда... Что ты русский, в Вичате пишут там.
О, это вы Джунго Хаопаньо, там хороший друг Китая, там и так далее, а потом напишут еще, на китайский напишут «Ула». А мы думали, что это такое? Да я всегда знал, что это такое, просто ты думаешь, ну это не к месту. Ула. Ладно. Я не понимаю, с кем можно было так плохо учить иностранный язык. Это ваше произношение? Вы до сих пор не говорите свободно. Кто я такой, чтобы так говорить? Пришло время. Скажи ему, кто тебя учил. Меня учил Тони. Тони Лауши. Приехали мы в Эминьоню. Дай какой-то звонить мне. Теперь думаем, вот куда идти дальше. Нет нигде этих вот подъемников, спусков для коляски. Вот здесь, судя по всему, подземный переход, как вроде бы нам туда нужно перейти. Вот тут лестница, вон там вон лестница, вон там лестница. И нигде нет для коляски. Мы немножко в раздумьях, куда идти. Сейчас посмотрим. Знаешь, сколько здесь птиц, а? Никого не съели. От сыров до орехов. Еще только нету. Народ, конечно. Полностью погружаемся в восточную сказку. Офигеть. Мне правда кажется, я, наверное, турчанка была просто. Класс. А я что, туриком тоже был? Может быть. Красиво же, офигеть. А вот надо еще в Марокко поехать. Ой, нам тоже там понравится. Я говорю, я либо турчанка, либо арабка была. Это ж да. Арабчика. Yeah.
кстати, тот момент, которому довольно сложно, это вот это явление, которому довольно сложно привыкнуть, когда на мечети вот эти вот песни, они поют там в 5 утра, ну, вот сейчас там в районе, сколько там, час, наверное, 2 часа, сколько уже. И это, конечно, очень необычно для нас, которые, людей, которые далеки от ислама. Это очень необычно. Конечно, движение. Я уж, конечно, не стал снимать, как люди молятся. Все-таки такая духовная, наивысшая составляющая психологической концентрации. Решил это все не снимать. Ну, я не знаю, там на самом деле можно снимать или нет. Ну, как бы, зачем? Вообще люди духовно просвещаются. Необычно, конечно, знаете. Я периодически даже сам думаю, было бы прикольно, чтобы я был тоже верующим. Может быть, ислам, может быть, христианство. Как-то, наверное, проще жить. Помолился, вроде полегче. Вот, но вот не дает мой пытливый ум мне верить в чудеса. Может, не пришел к этому? Так, ну куда-то вышли. Şahin abi görüşürüz. Это кёфте очень вкусный котлет. Вон он как вкусно? Очень вкусно. Здесь рай по мясу. Офигенно просто, я полностью согласен. Да еще такое качество еды. Такое качество еды. Просто... Ну, понимаете, нам, конечно, после Китая да и нечего есть, откровенно говоря. А мы айран вот пьем каждый. Молочечка. Какое мясо насыщенное. Какие продукты все насыщенные. Субтитры делал DimaTorzok.
Красиво, конечно. Очень необычно все так. А, нет, он здесь уже 5 лет учится в университете. Как ты в кадре сказал, об этом нет, он здесь просто учится. Короче, мы, ребят, сейчас познакомились с семьей целой, которая приехала сюда к своему студенту. Они из Палестины, и вот они здесь гуляют сейчас. А их сын, главный, здесь учится уже 5 лет в университете. Другой сын уже живет, они уже рассказали, что они в Германии там живут, у него все хорошо. В общем, путешествует. Очень интересно. Культура, общение, все необычно. Прикольно. Итак, Валаш... Стоит ли путешествовать? Обязательно. Обязательно. Как там Тушкин говорит? Как говорит Тушкин, путешествуйте. Оно того действительно стоит. И он... Так, ну, в общем, пришли мы тут в Кремль. Ну, конечно, какой еще и Кремль, да, спрашивается. Главное, Софийская мечеть, в общем. Красиво здесь, очень прикольно. Все по-турецки. Ну ладно, прикалываюсь, конечно. Реально интересно погулять. Огромное количество туристов, туристов отовсюду. Просто отовсюду. Погрузитесь в international culture, находясь в Истамбуле. Кстати, название интересное, да? Истамбул. А на русском называется Стамбул. На английском это Истанбул. Вот. Я вчера, когда на русском писал в Яндексе и не понимал, почему меня исправляют. Я пишу Истанбул, Станбул, а у меня всегда исправляют на Стамбул. По-русски по-другому. Вот так. Кто-то когда-то услышал название города. И вот поэтому теперь на русском языке это звучит Стамбул. Хотя ведь правильно? Истанбул. Вот так. В общем-то, наверное, тот же Стан, как и другие, как и Станы и так далее, также Истан. Стан, наверное, что-то в этом есть. В общем, двигаемся дальше. Все, улетаем. Так, ну что? Вот мы на месте. Коляска здесь, прямо внизу.